того же, сынок. Я прекрасно понимаю, что сейчас многие слова, которые произнесет и произносит твой отец, они, возможно, кажутся для тебя какими-то непонятными. Но я очень надеюсь, что будет возможность, и это видео, которое ты посмотришь, мое поздравление для тебя, посмотришь уже во взрослом, так скажем, этапе своей жизни, когда тебе будет 10, 12, может быть, 14 лет. Но если ты это посмотришь, когда тебе будет уже 18, 21, я считаю, это будет прекрасно. Мы жили в это время в Сан-Диего. Это 2017 год, и сегодня 28 июня, твой 4-й год рождения. Сын, я от души поздравляю тебя с днем рождения, я от души тебя напутствую и хочу пожелать лишь одного. Останься человеком с внутренним теплом, не потеряй ту грань, которую мы в большинстве своем теряем со временем. И причем даже не можем понять, когда мы переступили ту грань и стали взрослыми, черствыми и приобрели кучу комплексов. Комплексы зависти, жадности, восхищение собой, то есть постоянное стремление, погоня за деньгами. Павлуша, я хочу, чтобы ты услышал меня, и мое пожелание тебе – будь созидателем, в прямом смысле слова – человеком, несущим свет для себя, для своей семьи, для нас с мамой. Оставайся всегда с верой, надеждой, любовью. Твой папа, я люблю тебя. А это, Павлуша, именно то, что я тебе обещал. А я тебе обещал показать эти шикарные машины.
Вот такие чудесные аппараты в нашем районе Ла Хоя, Сан-Диего, и мы с вами их еще много-много раз увидим. Я единственное не подошел вот к этому внедорожнику Bentley с пеналом на крыше. Видели когда-нибудь внедорожник Bentley с пеналом? Я его оставил на потом. Мы договорились с автосалоном, что я еще не раз к ним приду поснимать и пообщаться. Сынок, я надеюсь, тебе это очень понравилось, дорогой мой любимый. С днем рождения тебе, счастья и то, что я тебе говорил в начале видео. Пускай действительно в свое время ты это все услышишь и прочувствуешь. Мы тебя очень-очень любим всей нашей семьей. И Маша, и мама, и я, твой папа. Пока, дружок.